searching for greatness in a sea of the kind of shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. Не знаю, мне с хвостом всегда нравилось ехать. Ну, машина мягкая, да и веселее, если честно. Получилось до границы с Польшей оплата немецких дорог 75 евро. Стоит ограничитель на 85 километров вроде машины. Это 600 гривен минус 25 литров. Ну как? Хочу специально вам показать. Это тягач 12 года, а тот, по-моему, был, я не ошибаюсь, 11. Так вот, смотрите, у нас 15 тысяч моточасов. А там было 20 тысяч моточасов. Не в моточасах. А дело в том, что когда я открывал двери, они не закрывались, они хрустели. Левая дверь, правая дверь. То бишь там получается, ну, или это просто машина, которая целый день вот хлопали дверями. Ну, ребят, в общем, состояние этого автомобиля. Там вот эта штука выломана. Здесь ручка сломана. Этой штучки нету. Но она, это слабые места, конечно, я не спорю, у Мана. Руль там тоже, панель вся поцарапана и сцарапана. Этот ман, конечно, тоже не идеален, но состояние этого мана больше похоже на правду, скажем, как минимум. От Димы пришло сообщение, я его так на ходу читаю. Малеха в шоке. Они купили несколько автомобилей, растаможились после Нового года. И, мягко говоря, он в шоке, говорит, люди в шоке. Таможня поднялась. Не на 100, не на 200, не на 500, а на некоторые единицы на 1000, на 2. Так что я так понял, деньги понадобились наверху очень кому-то. И решили побрить своих овечек. У нас остался Туксон еще по старой цене растаможенный. И Туксоны мы уже гонять не будем, я так понимаю, просто невыгодно. Останавливаемся на 45-минутку. Сейчас вам зачитаю сообщение от Димаса. Я сам, честно говоря, в шоке, но... Ну, это творческий порядок, если честно. Я так считаю. Ох, как мне нравится вот это Умана. Смотрите, гидравлика. Чик, и все. И для страховочки. Как молодцы. Ремень безопасности. Раз. Раз. Вот за это Ман красавчик. Вот, вот в этом плане. И я вам скажу, и не мешает полка. Ну, вы понимаете. Вообще не мешает. Так, ну что, Игорь? Ты готов к шоку? Что такое? Сейчас будем читать. Что? Сейчас будем читать вместе. Что такое? Тебе что-то знал? Написали. Этот раз не люди, этот раз Димас. Что такое? Сейчас будем читать вместе. Кстати, моя знакомая сделала коррекцию глаз сегодня. 32 тысячи гривен.
Говорит, вообще. И все. Отказался от очков, говорит, вижу, как молодость. Пришла таблица. Не растаможишь никак. Минимум на 1000 будет дороже, а то и больше. Это еще Дима пока. Еще он не растамаживался. Так, пишет мне, ну что, пацаны Мегана, как растаможка, напиши. Интересно, все в шоке, сцен в группе пишут по факту. Мне Шкоду Рапид 1.4 бензин 15 года растаможили за 2750. Интересно, как тебе Меган дизель будет дешевле бензина? Шкоды, Рено, Фольксваген на 2000 растаможка подорожала. Старый до 2006 на $300, с 2006 по 2010 на $600. А дальше космос. Скажешь прайс Зефира 2013 год на Эготин 1.6 бензин 2860. Бензин 2860. 1.6. А Гольф 1.6 дизель 2012 года посчитали 2740. Ну и как сейчас людям покупать машины? Как нам с тобой бронировать это Меган? Мы не можем бронировать. Если он, ну, там 6, а будет 3 растаможка. Кашкай 1.5 12 года 3500. Ну так я тебе объясняю. 3500. Ну так это, ну я не знаю, что такое. Фокус 1.6 дизель 12 года $3000. Это что, подурили, что ли? Подурели, да. Passat 2.0 дизель 16 года 17 плюс $2000. Люди в шоке. Пришла таблица новая. Добавили там чуть-чуть. А грузовики добавили тоже, ребята. Плюс 500 где-то добавили. Где-то по, мы, да, же считали с тобой, что минимум 500. Да. Ну, кому-то наверху понадобились очень деньги. Ну, слушай, посмотри, как сделал мам на гидравлике. Эти штуки, смотри. Молодцы. Скажи. Молодцы. И ты просто там только фиксируешь и все, да, чтобы... Ну, для страховки, для безопасности. Я думаю, что, ну, скажем, я вчера брокеру скидал Сергею. Сергей сказал, что ничего по нашей машине не должно поменяться. Сказал... Он просто не знал, наверное. Нет, он сказал заезжать, куда заезжать. Может, людям просто, ну, как бы, ограничили въезд на определенные мытницы, а дали другой коридор другим. Тоже может быть. Но не может растаможка 1.4 машины стоить почти 3000. Игорь, добрый день. Нашла ваш номер на канале. Нужен зеновоз под ключ. У нас уже есть КамАЗ-контейнеровоз. Понимаю одну штуку, что как бы кто-то очень начал очень аппетитно кушать, но кто из дорвался до Влады, кто-то кто очень хочет до потока и зрозумів, що зараз може рушення зарубити. Не зароби за рушення. Скажу вам, ребята, свет здесь обалденный. Ксенон разжигается, лампочки. Все, с Богом, поехали. Ну как вам свет, ребята? Шикарный, правда? Класс, оптика Умана, конечно, классная. Для дальнобойщиков, наверное, это уже не новость. С февраля месяца при пересечении границы в Европе нужно будет обязательно в тахографе указывать, типа, вот ты въехал в Польшу, что ты в Польшу. Пересекаешь границу, нужно остановиться и ввести страну. Ну это вообще кошмар. Я так понимаю, это типа открыл страну, закрыл страну, что-то, ну, вот это делать. Как вот я, например, в Германии начал движение, закончил в Польше, ну вот только в пробке. Это кошмар. Хотел объехать ее, но что-то с Игорем связь потерялась. Просто я уже не выдержал, перестроился в левый ряд, потому что левый ряд реально едет, правый тупо стоит. Весь левый ряд идет, правый весь пропускает левый. Просто нужно было встать в левый ряд, я бы уже давно проехал. Поездка. Ваше мнение о Етоле? Ребята. Валера набрал, газ я не знаю, арестовать. Езжу по бесплаткам. Ребята, час ушло до Етол. Она там консилиум собрала. Они там вводили мой адрес, e-mail, фамилию, имя, проживание. Зачем? И вот смотрите, вот такая программа. Капает счетчик, вот мои злоты, поездка, это капец. Эх, елки-палки, ну у голландцев, у немцев, ну все просто, понятно, доступно. Ну, не знаю, все, ребята, мы перекусили супер цыпленка от Турбо Димы и будем маты рух. Доброе утро. Да, разве это снег?
все, Игорь поехал, мы отстоялись 9 часов. Вы видели, как меняется погода в Германии, в Нидерландах, и вот уже ближе. Поспали 9 часов. Вы знаете, кто продумал вот эту систему, да, отдыха? Вот прям вот мы и так и выспались, как положено. Ровно 9 часов, даже чуть-чуть больше. Все окей, все штатно. Это радует. Ой, легкий перекус. Вы понимали, сейчас камера лежит просто на панели. Это польский автобан. Пока у нас рисовали проект объездной вокруг Киева, поляки взяли и сделали окружную вокруг Варшавы. А, да, это вот туннель. А видно, мы поверху проезжали. Сделал распечатку своего нарушения и здесь буду писать, что no parking. Тут заправлю еще этого крокодила, потому что Альблю был полный бак. Столько съела Альблю за 1500. Заправлюсь, потому что на границе Игорь сказал 10 километров очередь. Вот мы сейчас как раз с Игорем разговариваем, вот впереди идет машина, посыпает, и нет грязи, нет песка. Вот я говорю Игорю, чем сыпят? В Германии уже даже жидким посыпают. Он, вот оно такое, знаешь, такое прям как пыль они сыпят. Вот я смотрю, просто пыль какая-то. Как... Урок молодого бойца. От нашего государства, да, еще в очередной получили. Раз принят. Проблема с теми людьми, которые здесь на отстой становятся. Это просто пипец. Вот так стоишь, 5 машин на жилетках, ты не понимаешь, ехать, не ехать. Это просто жесть. Вот сюда люди ходят в туалет, чтобы вы понимали. Просто вот, вот сюда, под забор. Так ребята делают, смотрите, как красавчик. Хотел жилетку, подъехал под магазин, убежал. И типа он уже здесь стоит сутки. Погода супер. Вторые сутки, ребят. Ой, я не понимаю. Просто не понимаю. Неужели так все хорошо в странах, что они так себе позволяют товарообмен делать, а? Так, знаете, так не спешу. Шлагбаум уже вижу. Кофе. Подъезжает один, Игорю говорит, пиво дам, пусти. Игорь его послал ко мне, кажется, 200 гривен дам пусти. Я говорю, ты что, двое суток стоять, или уходи. Я говорю, даже не пытайся. Подъезжает еще один, я вас каву прихочу, пустый. Я говорю, не ведусь. Я говорю, у меня вон кофе, а сегодня вот столько за 2 дня. За 30 дней, 30 часов, ребята, 30 часов, как мы с Игорем на этой границе. Я чуть меньше, Игорь, 30 часов. Все, друзья, мы въехали в Польшу. Меня хотел поляк оштрафовать на 300 евро. Оказывается, у меня 25 числа... закончилось ТО на машину. То есть голландцы сделали до 25 числа. Мы планировали на 10 дней раньше приехать, приехали 25-го, и 25-го мы уже не имели права на нем ехать. Все, друзья, мы въехали. Идем занимать очередь, оформляться. Как красиво. Белые мухи. Да, поляки, конечно, условия создали людям просто. Вроде рабство отменили. А людям такие условия рабские делают, что просто. Пол седьмого утра, и я только пытаюсь въехать в Украину. Ребята, просто лед. А, Украина, 10 часов утра. Я в шоке просто. Ну, если быть точным, без 15:10. Рубрика «Дорога домой» по гололеду, нечищенной дороги. Друзья, не успел вам заснять, прям участок дороги, вообще лед. Просто аж, я аж газ отпустил, страшно стало.
Просто лед. Смотрите. Да. Фу, как солнышко светит. Ёлки-палки. Ой, как же тяжело ехать, ребята. Так, залил жидкость. Минус 20. Потому что ехать невозможно. В себя плюс 20. Ура, заработало. Будем ехать. Отлично. Уху. О, где на фару ловят. Вот парень подлез под фуру. Ёлки-палки, я в шоке просто. Вы заезжаете? Да. Штраф 340 гривен. Я полицейскому говорю, я очень спешу, говорю, пожалуйста. Он говорит, я быстро, не переживайте. И реально пошел быстро, быстро выписал, и я не спорил ничего, ну все как бы это. И как они классно сделали, они стали по ту сторону, я еду, сконцентрировался на встречном, моргая, что типа стоит, а они мне, засранцы, ну может не видели, не моргали никто. Я им моргаю, смотрю, мне машут, от елки-палки. Тут такая дорога хорошая, и попался я, короче. 340 гривен. Как он туда залез? А, наверное, специально. Это, наверное, специально он так сделал. В общем, все. Опа. Теперь разгоняемся. Потому что здесь срака. Только бы не сесть. Вот это да. Блин, ребята, чудом не сел. Кажется, не сел. Тук-тук. Аккредитации нам выписали. Установчі ваші документи і паспортні дані. Перша, друга прописка, ідентифікаційний код. Офіційну версію сказати, що відбувається. YouTube гудіт. Мені куча питань люди пишуть. Що случилося з таможкою? Нічого, є вже таблиці, які, по яким ми маємо оформлятися, від них відпригнути не можна ніяк. А ці, що немає в таблиці, то їх рахують по базі плюс 20%. Хто таки придумав? Це в ручному режимі все було? Засекречено? Так. Ніхто не знав? Так, це з Києва така розпорядження. Тобі це було засекречено, ви ніхто нічого не знав, щоб таке було? Ні, да? Нам не давали ніяких абсолютно даних, ми ходили, рахувалися, а зараз вже дали таблиці, вони вже зараз, в принципі, кожен можна отримати. Ти уяви собі, Меган, 1700, зараз 2460 і кажуть, 2900 буде. Ні, вже таблиця є, вона вже ціна мінятися не буде. Так, в мене дача, 14 року, людина доплатила 18 тисяч гривень, бо виїхали до старого нового року, а приїхали вже два таблиці. Обалдеть. Три дня. Із 950 стало 3700. Куча. Кошмар. Знаешь, это хорошо, что ты здесь на месте был. Ты представь себе, пошел кофе попить. Да, пиздец. Приходишь, парень, нет, бампера нет, и что? Не, ну камеры уже посмотрели. Да. Всем привет, нас растаможили. Парню зацепило, машина хвостом выезжала. Вот смотрите, как он стал. В принципе, все выезжали целый день нормально, один умудрился его хвостом зацепить. Ну вот, застрял. Ну что, друзья, никто мне здесь не помог. Ни песком, солью пришел дедушка, посыпал жменькой. Значит, блокировка моста, первая передача, и с раскачки, потихонечку. Все, плакал мой ресторан грузинский. Ну ничего, зато мы выехали. Так, друзья, выехал я с ровно, еду на Сарны. Друзья, меня тут просветили. Оказывается, вот эта полиция, которая меня Луцк ровно поймала, это ловушка была, называется на ихнем жаргоне торба. Они становятся двумя экипажами, то есть, ну, я считаю, ну, как вам сказать, это по идее же неправильно, это на хорошем участке дороги. И я когда увидел полицейских, я притормозил и начал моргать людям, после чего я ускорился. Инстинктивно, когда ты понимаешь, что полицейские уже сзади, а там ловушка. Так что, ребята, это называется торба. В принципе, если вы попадаете в торбу, можете звонить на горячую линию, объяснять ситуацию. Я думаю, что это незаконно. Это они между собой, набивание протоколов. Ну вот.
Ну что вам сказать, все вы понимаете, что реформа провалилась, все вы понимаете, что живем мы в такой стране. Я думаю, что честные полицейские были и до этой реформы, и сейчас они есть. Вот, так что вот такая торба, ребят. Так что будете теперь знать. Это называется торба. Впереди идет тоже самосвал. И перед этим ехал еще один. Он пролетелся с такой скоростью по кочкам. Бу-бу-бу, нас обошел. А этот, смотрю, аккуратно притормаживает. Вот. Или любит машину человек, либо хозяин. Бережет. Аккуратненько. Ну что тут? Разве можно так быстро? А тут уже след просто. Это, ребята, сарны. Посмотрите. Это кошмар просто. Это лунная поверхность. И при этом... И при этом здесь стоит еще инспектор. И... Ах ты, елки-палки. Еще умудряется остановить машину на таком участке. Ой, елки-палки. Ну чего ты до него домахался? Польские водители, наверное, в шоке от сарнинских дорог. Просто в шоке. Кратеры, одни кратеры, ребят. Даже объехать нереально, посмотрите. Ну как вам? Да, танки грязи не боятся. Доброе утро. Еще одна ночка у нас в тягаче. Сейчас будем ехать до Житомира, давайте прицеп. Папа, пошли на санках покатаемся. Пошли, сынок, покатаемся. Потерял ребенка и даже не заметил. Так, ну что, друзья, позвонил заказчик. Направляется в Житомир. Будем ехать отцепляться и ехать на Киев. Да, ребята, вот такого в Европе не увидишь. Человек сидит в прицепе, посмотрите, просто прицеп разваленный, я в шоке просто. Что я никогда не обращал внимания раньше в Украине, что ну едешь, связи нет, ну связи нет, ну едешь, снова связи нет, ну нету, ну снова связи нет, вот скоро будет, о, населенный пункт, связь. Но когда я покатался по Европе, и связь есть везде, вот везде, вот, ну редко бывает какая-то плохая связь, но в основном она есть везде, то как это здорово, хочу сказать, когда есть связь. Вот я сейчас хочу отправить документ, а связи нет. Просто сравните, да, как в Европе, вот вы помните, огоньки, 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 потому что опасно. А тут один знак, еще один знак и еще один знак. И все. Зачем столько знаков европейцы тратите? Вы что, не понимаете? Тоже работает. Натянули бетон, трос, чтобы бетон не улетел никуда от удара. И все. Вот он без пэка. Да-да-да. Все. А чего он не... Все, друзья, мы отцепились. Едем на Киев без Хвостика уже. Хвостика, конечно, он хочет взлететь. Пообщался очень мало с хорошим человеком. Говорит, я был впечатлен о том, что наушники мне вернули в Польше. Друзья, только въехал в Киев, не успел заснять. Ну, в общем, ДТП, дистанция. Там растут, конечно.
какая у нас зима. На мопедах пиццу развозят ребята. Як ты бы не любити, країна моя. Все, друзья, уже он там один выезжал, другой ему сигналит. Все, я дома. Адаптация. Включаем адаптацию. И поездка в Украине. Внимание, Киев. Адаптация. Бибикаем, моргаем. Дули не показываем. Вот этому бедолаге сигналил вот этот вот. Прямо он ему, бедолаге. Все. И удовлетворенный поехал, что ему теперь никто не мешает. Будьте стриманши, будь ласка. Давайте разом будем больше стриманными.